И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Стало известно, что Андрей Малахов поделился со своими зрителями одной любопытной деталью. Он рассказал о том, как создавался легендарный хит короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Андрей Малахов также напомнил, что он был назван исполнителем главной песни 2018 года. По его словам, с этим утверждением могут согласиться не только поклонники артиста, но и его яростные критики. А главным достижением короля российской эстрады, благодаря которому он вновь прогремел на всю Россию, стала песня и клип «Цвет настроения синий». Говорят, с идеей создания песни выступил когда-то Иван Орган, рассказал Андрей Малахов. Поделился он и данными о том, что руку к появлению трека на свет приложила певица Светлана Лобода. Она, по мнению Малахова, является крестной матерью песни. Именно она, отметая все сомнения автора, обеспечивая высокое качество звука. «Филипп, просто доверься мне», – сказала Светлана и оказалась права, – заявил Андрей Малахов. Клип на песню «Цвет настроения синий» набрал 52 миллиона просмотров. При этом Филипп Киркоров не стал останавливаться на достигнутом и пошел дальше. Он выпустил вместе с Николаем Басковым провокационный ролик на песню «Ибица». После этого вместе с Егором Кридом певец порадовал публику треком «Цвет настроения черный». Этот клип посмотрели 82 миллиона. Нельзя не сказать, что успех Филиппа сопровождался скандалами. Напомним, что за провокационные кадры в клипе его даже предлагали лишить звания «Народный артист». Но король российской эстрады не испугался и продолжил идти в том направлении, которое он выбрал. Именно это позволило ему расширить число своих поклонников. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были «Последние новости».